когда объявили эвакуацию в прошлую пятницу в районе 15:30 отключили свет и газ. Ну, принял решение, чтобы не рисковать, переехали пока во временное жилье. Ну, если честно сказать, не думал я, что вот так настолько он поднимется. Думал, ну, и фундамент у меня высоко, как бы метр от земли. Но не спасло. Да. Там же дохуя не настроили. Сейчас там дома будут как дачи строить. Как... Надо было веслом промерить глубину, блядь. Ну, кайдек поближе, я сейчас попробую. Ну, лично я считаю, что после этого всего будут большие разбирательства. Ну, я думаю, компетентные органы выяснят причину и накажут виновных. Вся мебель была поднята там на 50 сантиметров в доме. Естественно, судя по заливу, всей мебели, некоторой бытовой техники, отделочных материалов, ну, колоссальная сумма выходит. Плюс баня, на полбани затоплена тоже. Вся бытовая техника, все там. Не рассчитывал я, что так быстро она поднимется. В настоящий момент в городе очень серьезная паводковая обстановка. Мы видим прибавление уровня в реке Урал практически ежедневно. За последние сутки он вырос на очередные 80 сантиметров. И так происходит уже на протяжении 3 суток. Наша основная задача на данный момент не допустить подтопления многоквартирных жилых домов, не допустить остановку как водозабора, так и очистных сооружений, что сейчас работает в штатном режиме, чем мы и занимаемся. Поэтому в настоящий момент возводим дополнительное защитное сооружение, насыпи, укрепления, делаем все, чтобы жители многоквартирных домов не испытывали каких-то сложностей. В настоящий момент, на сегодняшнее утро, отметка в Урале 10 метров 60 сантиметров. Это исторический максимум. За всю историю наблюдения максимальный уровень был 962 сантиметра в 1942 году. Конечно, город Орск придется защищать, раз такая стихия, ну, пусть последний раз в 42-м была, да, практически вот через 80 лет пришло, да, чтобы через следующие 80 лет не пришло. Поэтому Орск будем защищать, отрабатывать уже строительство защитного сооружения. Потому что сегодня я уже вот еще раз посмотрю, говорю о том, что это не дамба, это земляная насыпь. Была в Орске, она держала стандартные условия, но чрезвычайно она не выдерживает. Первая остановка.